Проективная плоскость над конечным полем. Это очень важная вообще математика идея проективной плоскости. Проективная плоскость, разумеется, в первую очередь интересна вовсе не над конечным полем, а просто проективная плоскость, как когда обычная евклидовская плоскость получает свои бесконечно удаленные элементы. Но давайте сначала я подробно объясню вот такую картину, которая называется «Плоскость Фано». И, как ни странно, является примером в большом количестве комбинаторных задач. Ну, Фано – это, естественно, фамилия математика, в честь которого эта плоскость названа. Между прочим, знаете, очень простая конструкция. Всего-то у нас здесь, давайте посмотрим сколько, три вершины треугольника, середины сторон, это уже 6, и вот эта точка, всего 7 точек. Проективная плоскость Фано – это проективная плоскость над полем из 2 элементов. Сегодня вы поймете значение всех этих слов, так что это я не просто так говорю. И вот я сейчас объясню, откуда она берется, как она получается. И потом мы с вами объясним, что такое конечное поле. И, соответственно, для других разных конечных полей тоже посмотрим, что такое проективная плоскость. Много лет назад на Всесоюзной математической олимпиаде была задача. Вот 1976 год, город Саратов. Да? Кстати, он и сейчас еще есть, да? В России, вот Саратов. 1976 год. Задача. В квадрате размером 7 на 7 нужно отметить центры клеток, чтобы никакие 4 отмеченные точки не являлись вершинами прямоугольника со сторонами, параллельными сторонам квадрата. При каком наибольшем количестве клеток это возможно? Значит, итак, повторяю. Есть квадрат размером 7 на 7. Заметьте, те, кто давал эту задачу на Олимпиаду, взрослые математики, безусловно, прекрасно понимали, что такое проективная плоскость. Но, тем не менее, это было абсолютно честно давать эту задачу на Всесоюзную Олимпиаду, потому что, конечно, и большинство участников Всесоюзной Олимпиады тем или иным способом тоже понимали, что такое проективная плоскость, но наверняка многие не догадались. Просто, что в условиях Олимпиады, я уверен, что многие не сообразили, что это то самое. Итак, я вам сейчас про этот квадрат 7 на 7 объясню все, и вы увидите, как он заполняется, и мы поймем, при чем здесь плоскость Фано. Поняли программу? Отлично. Для того, чтобы это сделать, я сначала объясню, что такое точка проективной плоскости. У нее три координаты. Слушайте, а ведь я могу сначала показать вам аффинную плоскость. Если в проективной плоскости у нас 7 точек, то аффинная плоскость выглядит совсем просто. Она состоит просто из 4 точек. И смотрите, какая история. Вот эти вот 2 параллельные прямые пересекаются вот в этой точке. Вот эти 2 параллельные прямые пересекаются вот в этой точке. Я уже сколько точек нарисовал? 6. Отлично. А вот эти 2, внимание, параллельные, потому что раньше, когда точек было только 4, они были параллельные. Эти параллельные прямые пересекаются еще в одной точке. Так, и теперь догадайтесь, где я возьму еще одну прямую. А вот где. Бесконечно удаленные точки, так называемые, это вот они, лежат на одной прямой.
Вы, конечно, скажете, что эта картинка не похожа на плоскость Фано. А на самом деле вы уверены, что она не похожа? Ну, давайте посмотрим. Вот, вот эта точка вполне картинца на Е. Согласны? Давайте, что обозначает. Вот эта точка А, это В, это С. Отлично. Вот эта точка будет А, это В, это С. С этими хорошо. Дальше. Здесь Д, здесь Е. Пока все нормально, правильно? Так, здесь у меня будет Д, здесь у меня будет Е. Теперь смотрите на той картинке. У меня прямая ЕС содержит вот эту вот точку F. Вообще-то все прямые состоят из трех точек. Значит, вот эта точка будет F. Отлично. Центр, ну давайте из уважения к окружности, хотя не окружность, это прямая вообще картина, обозначим точка O. Это O. Так, теперь проверяйте. Я вот здесь вот прямую называю, и там проверяйте. ABC прямая? Да. ADE прямая? Да. AFO прямая? Все, через точку А я все прямые назвал. Через точку E. ETA, ну я их очень называл уже, EFC и EUB. Все замечательно. Так, ну чего? DFB. Есть такая прямая? Да. Не вижу. BDF. А, ну да, вот эта прямая. Замечательно. Так это то же самое. Нарисовано по-другому, а суть такая же. Вот, господа. Эта картинка мне как раз сейчас даст возможность объяснить, что же такое проективные координаты. Смотрите. Я ровно эту картинку рисую заново. Вот это у меня будет ось X. Это у меня будет ось Y. Координаты вот этой точки, которая у нас А, это 0, 0. Замечательно. А с координатами 0, 0. Координаты точки B. Тоже понятно. 1, 0. Пока ничего сверхъестественного. Координаты точки D. 0, 1. Координаты вот этой вот точки. Она у нас названа О. Это просто-напросто 1,1. Заметьте, 4 точки у меня уже получили координаты. А вот дальше проблема. Проблема в том, что у меня 4, что называется, конечные точки уже все отмечены, а вот эти вот точки, Е, Ф и С, это так называемые бесконечно удаленные. Для того, чтобы понять, что это такое, давайте я сделаю так. Я объясню, какие прямые. Вот здесь вот была прямая АД и прямая ОБ. Давайте я для этих прямых, кстати, одна из важнейших идей проективной геометрии, что прямые, по большому счету, это то же самое, что точки. Точнее, есть некая двойственность между прямыми и точками. Так вот. Прямых в проективной геометрии ровно столько же, сколько точек. Точек 7 штук, прямых тоже 7 штук. Давайте я аккуратно выпишу уравнение этих самых всех прямых. Поехали. Прямая АД. Ну, кстати, потом у нас на этой же прямой есть точка Е. Давайте я пишу. Итак, прямая АДЕ. Она у нас вертикальная. Каким уравнением задается на Евклидовой плоскости такая прямая? X. Молодец. X равен? Равен нулю. X равен нулю. Совершенно верно. Уравнение прямой AD звучит очень просто. X равен нулю. Так, вот эта прямая. BOE. X равен 1. X равен 1. Совершенно верно. B, O, E, это X равно единице. Хорошо, горизонтальные прямые. A, B, C. Y равняется нулю. A, B, C, Y равняется нулю. Так, D, O, C. Y равняется единице. Теперь у меня есть еще две прямые. Это прямая АОФ
которое задано, разумеется, уравнением x равно y. И еще прямая dBf. Вот это интересно. Каким уравнением задается вот такая прямая? Что-что? X плюс y равно одному, да? X плюс y равняется единице. Хорошо. Так, кстати, господа, вот это уравнение, это то же самое, что x плюс y равно нулю. Поскольку здесь реально числа 0, 1, это имеется в виду, что это вычет по модулю 2, то x равно y – это то же самое, что x минус y равно нулю, а плюс и минус для наших чисел одно и то же. Это то же самое, что x плюс y равно нулю. Но это не суть. А вот принципиально важно, господа, принципиально важно, что у меня прямых 6 штук. А вот седьмой прямой у меня на самом деле просто нет. И вообще непонятно, какие координаты приписывать этим точкам. Вообще, что с ними делать? Вот я сейчас подошел к моменту, когда нужно объяснить, что такое проективизация. Что надо сделать всегда в математике, чтобы перейти от афинной картинки, вот это были афинные уравнения, к уравнениям проективным. Оказывается, что все до безобразия просто. Надо взять и вместо x и y написать другие вещи. Вот это афинные координаты. Нужно написать x делить на z и, соответственно, вместо y написать y делить на z. В чем смысл этого, поймете через некоторое время. Пока это не нужно понимать, нужно просто посмотреть, как это работает. Итак, вместо x подставили x делить на z. Что получилось? Да ничего не изменилось. Получилось уравнение x равно 0. Вместо x подставили x равно... вместо x подставили x делить на z. Что получилось? X равно z. А, ребята, давайте я так напишу. X плюс z равно 0. Ведь x равно z это у нас то же самое, что x плюс z. Правильно? Отлично. Вместо y подставили y делить на z. Ничего не изменилось. Вместо y подставили, получилось y плюс z равно 0. Здесь у нас делить на z в обоих случаях, но оно так и уйдет. Получится x плюс y равно 0. Здесь получается x плюс y плюс z равняется чему? 0. Все понимают, да? Да, z на z, z, а плюс z или минус одно и то же. А вот теперь я могу задать простой вопрос. Какое уравнение я забыл? Конечно. Я забыл z равно 0. Это и будет так называемая бесконечно удаленная прямая. Она, эта самая бесконечно удаленная прямая, содержит эти самые точки E, F и C. E, F и C. Заметьте, пожалуйста, у нее даже... Такого уравнения ты не напишешь. Непонятно, что с ней делать. Z равно нулю. Как это сказать? Да никак не сказать. Просто есть такая прямая, есть такая прямая. Теперь давайте поймем, что происходит с координатами, когда мы вместо x и y написали x делить на z и y делить на z. Значит, господа, раньше у каждой точки были две координаты, x и y. Теперь они приобрели такой немножко странный вид. X делить на z, y делить на z, две координаты. Причем, что интересно, я хочу, чтобы в какой-то момент можно было рассматривать z равно 0. В то время как на 0 делить, в общем, не здорово. Так вот, господа, идея такая. Я вместо этих координат x делить на z и y делить на z буду рассматривать, давайте я сразу честное обозначение скажу, прямо так, как это всегда пишут в книжках. В книжках пишут вместо точки с запятой двоеточие. X двоеточие y двоеточие z. Это называются
проективные координаты. Чем отличается запись через точку с запятой от записи через двоеточие? На самом деле отличие абсолютно принципиальное. Когда вы пишете какой-то объект, точка с запятой, другой объект, то это пара. Вас учили, что у точки есть координаты, не знаю, на плоскости, две координаты, абсцисс с ординатой. Если абсцисс поменял, точка поменялся. Если ординату поменял, точка поменялась. То есть невозможно хоть что-нибудь поменять, не поменяв точку, так? Замечательно. А вот на проективной плоскости все совсем по-другому. Правда, у меня сейчас поле из двух элементов, у меня числа только 0 и 1, поэтому то, что я сейчас скажу, звучит издевательством. Но тем не менее, господа, я сейчас скажу правду. Правда состоит в следующем. Если лямбда не равно нулю, у нас сейчас, поскольку числа только 0 и 1, то это по-человечески означает, что лямбда равно единице. Но потом-то лямбда будет любым. Так вот, если лямбда не равно нулю, то по определению x, двоеточие y, двоеточие z, это то же самое, что лямбда x, двоеточие лямбда y, двоеточие лямбда z. Вот это и есть идея проективных координат. Если вы одновременно все три координаты домножаете на какое-то ненулевое число, то точка ровно та же самая. Значит, по определению, x к y, z относится так же, как лямбда x к лямбда y к лямбда z для любого ненулевого числа. Сейчас у нас это немножко смешно, потому что у нас числа только 0 и 1, и как-то это звучит глупо, но когда мы будем смотреть плоскость над полем из трех элементов, там уже будет не так глупо, потому что там уже у нас будут числа 1 и минус 1. А когда будут другие поля, соответственно, разнообразие еще увеличится. Теперь я делаю простую вещь. Я заполняю вот этот квадратик в соответствии с идеями плоскости Фанона. Как это сделать? Господа, я сейчас сделаю вот что. Я все-таки точки буду писать не в произвольном порядке, а вот в каком. Значит, просто чтобы не запутаться. Итак, точка будет такая. 0, 0, 1. Следующая точка будет 0, 1, 0. Следующая 0, 1, 1. Догадались, в чем идея? 1, 0, 0. 1, 0, 1. Что у меня теперь? 1, 1, 0. И, наконец, последняя точка 1, 1, 1. Господа, теперь надо понять точки, которые у меня были там, и которые я координаты уже выписывал. И вот эти точки, как они соотносятся? Пойдемте сюда. Значит, господа, когда я перешел от обычных координат к проективным, фактически у меня просто добавилась третья координата z, равная единице. Значит, точка А – это 0, 0, 1. Отлично. Пишу сюда точку А. Ну, строго говоря, надо бы еще скобки ставить, но, господа, давайте я не буду ставить скобки, просто для того, чтобы на доске было почище. Значит, итак, точка А – это 0, 0, 1. Точка Б – 1, 0, 1. Вот она, точка Б. Так, точка Д – 0, 1, 1. Это точка Д. Точка О. 1, 1, 1. Да, точка О. Так, все, да? Все. И вот теперь, наконец-то, я должен понять, что же у меня такое точка С, что же у меня такое точка Е и точка F. На самом деле это несложно. Вот давайте посмотрите. Точки, а вот это вот. У меня есть уравнение этой прямой, А, Д, Е. Помните? Уравнение прямой А, Д, Е – это x равно нулю. У меня есть уравнение вот этой прямой, B, O, E. Уравнение этой прямой
это x плюс z равно нулю. Так, господа, точка E – это пересечение прямых. Интересный вопрос. Если x равно нулю и x плюс z тоже равно нулю, то что же это за точка? Это y равно единице, правильно? X и z – это нули, а y – это единица. Она у меня здесь есть? Она у меня здесь есть. Вот она, точка E. Так, аналогично соображаем с точкой C. Прямая ABC. Я ее уравнение выписывал? Вот, y равно нулю. Прямая DOC. Прямая DOC. Y плюс z равно нулю. Опять решаем эту систему. Y и z нули, а x единица. Вот эта вот прямая, это точка 1, 0, 0, это точка C. Так, ну, на самом деле методом исключений точка F это 1, 1, 0. Обратите, пожалуйста, внимание, точки E, что-то у меня, F и C это те точки, у которых третья координата равна нулю. Когда z равно нулю, это и есть так называемые бесконечно удаленные точки. Отлично. Господа, а вот теперь, как мне попроще заполнить эту таблицу? Ну, есть один способ такой. Просто в произвольном порядке брать прямые, которые там у нас есть, и их выписывать. Но я хочу сразу на самом деле полениться, чтобы потом мне не переписывать эту таблицу. Я прямые тоже буду записывать сразу при помощи их проективных координат. Так, господа, для этого я должен просто объяснить, что такое проективизация любой прямой. Кто помнит, в принципе, как в школьной программе записываются прямые? Ax плюс by плюс c равно нулю. Это правда? Линейное уравнение задает прямую. Теперь внимание, что мы должны сделать по нашему способу, чтобы получить проективизацию? Мы должны вместо x подставить x делить на z. Вместо y подставить y делить на z. И после этого освободиться от знаменателя. Получится ax плюс by плюс cz равно нулю. Господа, на самом деле это и есть то, про что я должен был вам сказать. Итак, давайте записываем. Точка. Что такое точка? Это x, двоеточие, y, двоеточие, z. При этом вот такое правило, что умножение на ненулевое число одновременно всех трех не меняет. А вот теперь внимание. Прямая. Посмотрите, как удивительно похоже задается прямая. Тоже тремя числами. Тоже через двоеточие. Потому что если вы все эти числа одновременно умножите на лямбда, это будет соответствовать тому, что просто в этом уравнении левую и правую часть, ну, 0 умножить на лямбда будет 0, умножили на лямбда. От этого ничего не изменится. И удивительно простое правило. Когда вот эта точка лежит на этой прямой? Вот представьте себе, вот точку, давайте ее обозначим, не знаю, какой-нибудь буквой L, да? Прямая какой-нибудь буквой L. Так вот, когда точка лежит на прямой? Да очень просто. Это тогда, когда AX плюс BY плюс CZ равно нулю. Фантастика, правда, ребята? Просто абсолютная фантастика. Видно, что точки и прямые – это в каком-то смысле одно и то же. Потому что если вы возьмете и здесь переставите каждый раз местами, то у вас наоборот получится не точка x, y, z лежит на прямой ABC, а наоборот точка ABC лежит на прямой x, y, z. Просто за счет того, что каждый раз переставили множитель. Вот эта двойственность, она имеет огромное количество приложений, там всякие следствия. Действительно, очень много математики из этого потом вытекает, из этого очень простого соображения, из того, что можно здесь просто поменять множители.
Вот. Но я сейчас хочу вот эту таблицу сразу заполнить, что называется, при помощи двойственности. Идея простая. Я здесь проставлю такие маленькие буквы А, Е, Д, С, Б, Ф и О маленькое, да? Итак, что же это такое? А это прямая 0,0,1. Е это 0,1,0. Д это 0,1,1. С 1,0,0. Б это 1,0,1. Ф 1,1,0. И наконец О это 1,1,1. Сейчас я просто-напросто пройду и везде поставлю там, не знаю, крестик, там, где скалярное произведение, вот эта величина для векторов обычного пространства называется скалярное произведение, а эти без боевых процессов, это как называется, где эта штука равна нулю. Итак, 0,0,1, это я должен поставить крестики везде, где последняя координата равна нулю. Обратите, пожалуйста, внимание, у меня ровно три крестика. Дальше здесь, когда вторая координата равна нулю, ставится крестик. Замечательно. Когда две координаты, средняя и последняя, одинаковые, ставится крестик. 1, 0 и здесь. Когда первая координата нулевая, ставится крестик. Когда первая и последняя одинаковые. Когда первая и вторая одинаковые. И, наконец, когда сумма всех четная. То есть, когда сумма равна двум. В данном случае здесь сумма равна двум. Здесь сумма равна двум, здесь сумма равна двум. Все. Обратите внимание, в этой таблице в каждой строке и в каждом столбце три звездочки. И нет ни одного прямоугольника, в котором четыре вершины, ну и стороны параллельные все. Господа, разумеется, в принципе, во время Олимпиады можно было пытаться такую конструкцию придумать. Мне кажется, что... Ну, нет, люди разные бывают. Бывают абсолютно гениальные люди, которые вообще непонятно, что называется, каким способом там у них все в голове считается. И, ну, что называется, у каждого из нас свой кругозор и так далее. Вот, так что, может быть, кто-то и... Ну, в общем, мало реально нормальному человеку заполнить такую таблицу, да? На самом деле, если ничего не знать про вот эти вот координаты, а знать только о плоскости Панов, если знать только вот эту картину, то, разумеется, можно решить ту задачу. Почему? Потому что здесь как раз 7 точек, и прямые вы... А, кстати, интересный вопрос. Все понимают, что такое прямая А маленькая вот на этой картинке или нет? Вот давайте посмотрим. Прямая А маленькая состоит из каких точек? Е, С и Ф. Все понимают? Так, вот эта прямая, она у нас названа А маленькая, да? Вот эта прямая названа А маленькая. Так, давайте дальше пойдем. Е это что такое? Это А, С, Б. Так, А, С, Б есть такая прямая? Вот эта вот прямая, она называется Е. Так, можно я даже не буду продолжать? Я надеюсь, все понимают, какие, да? То есть прямые, которые здесь есть, это в точности столбцы в той таблице. Хорошо. Теперь давайте поймем, что нужно сделать. Ну, во-первых, для, что называется, полноты картины, я хотел бы, чтобы все-таки доказательство, ну, факта из Всесоюзной Олимпиады прозвучало. То
То есть, что большее количество звездочек поставить нельзя. Не в том смысле, что сюда нельзя добавить еще ни одну звездочку, а в том смысле, что вот здесь вот у нас 21 звездочка, никому никогда не удастся построить таблицу размером 7 на 7, в которой 22 звездочки. Да? Это, конечно, желательно доказать, но это совсем не сложно, это мы сделаем. Вот такая отдельная работа. Работа поинтереснее. Это решить пункт Б той же самой задачи. Господа, пункт Б. Решите аналогичную задачу для квадрата, внимание, размером 13 на 13. Заметьте, пожалуйста, если картинку вот эту любой человек может запомнить, и, кстати, она в разных разделах математики встречается, так что, ну, что называется, не так сложно ее запомнить, да, то проективную плоскость из 13 точек вряд ли кто-то из вас помнит наизусть. Правда же? Проективная плоскость, как называется, проективная плоскость над полем из 3 элементов. Так вот, господа, я хочу сейчас спокойно нарисовать таблицу размером 13 на 13. По ходу дела, естественно, мы с вами выпишем все точки проективной плоскости уже над полем из 3 элементов. И многие вещи нам станут гораздо понятнее. Правда, единственная проблема. Доска здесь маленькая. А это единственное решение. Хороший вопрос. Вообще, существование и количество проективных плоскостей – это огромная такая проблема в комбинаторики, и там, разумеется, для небольших чисел есть, ну, в общем, доказательство того, что ничего другого нету, и, разумеется, для больших чисел там есть всякие теоремы, что тогда-то там есть, начиная с не очень большого количества точек, это все превращается в научные проблемы. То есть, конечно, из 7 точек ничего другого не сделаешь. Ну, смешно, да, 7 точек. Вот. Но когда у вас возникают большее количество точек, там возникают и, соответственно, проблемы. Значит, дело в том, что не все проективные плоскости – это действительно проективные плоскости над конечным полем. То есть я сегодня вам рассказываю некоторую конструкцию, которая дает проективные плоскости. Но существует совсем другой подход к этому делу. А именно, сказать, что у вас имеется некоторый набор точек, некоторые из них лежат на одной прямой, некоторые не лежат на одной прямой, и естественные аксиомы. Какие естественные аксиомы? Через любые две точки можно провести прямую, любые две прямые пересекаются ровно в одной точке. Ну и еще такая важная вещь. Есть точки, не лежащие на одной прямой, и всегда есть еще такая конструкция, которую при попытках сформулировать аксиому проективных плоскостей часто забывают. Вот представьте себе, что вот эти точки – это будет одна прямая, и еще будет множество двухточечных прямых. Вот посмотрите, здесь каждые две прямые пересекаются ровно в одной точке, и здесь через любые две точки проходит единственная прямая. Но, с другой стороны, видно, что эта конструкция довольно сильно отличается от этой, да? Потому что здесь вот все прямые поровну точек содержат, а здесь явно не поровну. Ну вот, на самом деле, от такой конструкции надо, ну, найти какой-то способ, что называется, отбрыкаться. Ну, например, сказать, что на прямой должно быть больше двух точек, и так далее. И вот, и у вас получается, повторяю, аксиоматическая конструкция. Так вот, доказать, что любая конструкция, которая вот состоит из точки прямых и двухзарядочных каким-то аксиомом, что она обязательно является проективной плоскостью над конечным полем, на самом деле невозможно. Потому что бывают проективные плоскости не над конечным полем. Но я сегодня не хочу об этом говорить, просто потому что нам
более чем хватит материала, который здесь есть. Значит, итак, сейчас, ребята, из-за того, что на доске мало места, я должен сделать еще одну вещь. Помните, я говорил вам, что проективные плоскости полезны для построения графов без четырех рубриков. Проективные плоскости помогают строить графы, в которых много ребер и нет четырехугольников. Замечательно. Так вот, давайте я просто объясню, как это делается. И, соответственно... Так вот, ребята, а делается это очень просто. Посмотрите, пожалуйста, на эту таблицу. Смотрите внимательно. Здесь А, Е, Д, С, Б, Ф, О. А маленькая, Е маленькая и так далее. Все понимают, что таблица симметричная? Да. Относительно вот этой вот диагонали. Замечательно. Так вот, давайте мысленно эти буквы станут большие. Я соединяю две вершины ребром, если здесь стоит звездочка. Господа, давайте эту картинку я просто сейчас нарисую, и вы тогда сразу увидите, как получается граф без четырехугольников из плоскости Фано. Ровно так же он получается из любой другой плоскости, где заданы двойственности. Вот это вот соответствие между прямыми и точками называется двойственность. Итак, поехали. Я точки просто проставлю совершенно случайно образом. А, Е, Д, С, что мне там еще говорят, Б, F и точка O. Отлично. Из точки А идут ребра. E, C, F. Из точки E. А, ну это уже нарисовали. C и B. Из точки D. Так, само собой, разумеется, не связываем. С и О. Из точки С мы уже все нарисовали. Из точки Б в точку О. Так, из точки F в точку О. Так, ну, как считаете, есть на этой картинке четырехугольник? Покажите. Покажите, ребята. Видите ли, в чем дело? Чтобы был четырехугольник, у нас что должно быть, чтобы был четырехугольник? У нас должны быть вот так вот соединенные точки, правильно? Вот представьте себе, это какая-то точка X, это Y, это Z, это точка T. Что значит, что у нас точки T и Y соединены с точкой X? Это значит, что они лежат на прямой X маленькой, на прямой двойственной к этой точке. Что значит, что они же соединены с точкой Z? Это значит, что точки T и Y лежат на прямой Z маленькой. Но две прямые пересекаются на проективной плоскости в одной точке, а не в двух. Поэтому так не бывает. Поняли теперь? Вот так вот граф из четырехугольников строится по плоскости, по любой проективной плоскости, на которой заданы двойственности. Хорошо. Начали решать задачу для таблицы 13 на 13. То есть просто нужно суметь нарисовать таблицу 13 на 13. После этого все будет легко. А, я придумал. Я буду подписывать снизу. Что такое точка проективной плоскости? Да очень просто. Это через двоеточие написанные три числа, каждое из которых это элемент поля из трех элементов. Что такое поле из трех элементов? Это остатки отделения на три. Вот они бывают. 0, 1 и 2. Остатки отделения на три. Между прочим, поле из P элементов, где P простое число, это остатки отделения на простое число P. Замечательно. Теперь что у нас будет здесь? 0,
двоеточие 0, двоеточие 1. Обратите, пожалуйста, внимание, 0, двоеточие 0, двоеточие 2 – это та же самая точка. Хотя я это прекрасно понимаю, но давайте я все-таки это буду выписывать просто для контроля. Кстати, вот если у меня на первом месте 0,1,2, на втором 0,1,2, на третьем 0,1,2, то сколько всего будет таких троек? Трижды, трижды, три, это сколько? 27. 27. Но на самом деле не 27, потому что 0,0,0 запрещено. Все нули запрещены. Значит, господа, в общем случае, если у вас речь идет о комбинациях вот такого вида, где x от 0 до p минус 1, y от 0 до p минус 1, z от 0 до p минус 1, то вариантов у вас будет p умножить на p умножить на p и минус 1. Ну, это обычно записано p в кубе минус 1, да? P в кубе минус 1. Только вариантов, обратите внимание, для лямбды. Лямбда может пробегать значение от 1 до p минус 1. Поэтому на самом деле количество точек на проективной плоскости, оно вот такое. P куб минус 1 делить на p минус 1. То есть, другими словами, это p квадрат плюс p плюс 1. Кстати, эту формулу можно еще проще объяснить следующим образом. Вот откуда берется p квадрат? Это точки вида x к y к единице. Вот таких точек в точности p квадрат штук. Теперь, если вы на последнем месте будете писать 0, но y будет равняться 1, то таких точек равнёхонько p штук. Ну и, наконец, если и на предпоследнем месте 0, а на первом месте 1, то таких, естественно, точек 1. Итак, p квадрат, p и 1, вот так вот разлагается. P квадрат точек на афинной плоскости. А, соответственно, на прямой, на любой прямой, на афинной прямой p точек, на проективной p плюс 1. Итак, пишем дальше. 0, 0, 1 я написал, способен ли я теперь написать, что там дальше, 0, 1, 0. Так, это что, это то же самое, что 0, 2, 0. Так, я очень боюсь сбиться, поэтому давайте аккуратно. Итак, 0, 1, 0 написал, теперь 0, 1, 1. Это то же самое, что 0, 2, 2. Так, хорошо. Дальше пойдет 0, 1, 2. Это то же самое, что 0, 2, 1. Почему? Потому что умножение на 2 из двойки делают. 2 на 2 это 1, по-моему, 3. А 1 на 2 это как раз 2. Замечательно. Замечательно. Пока у меня, по-моему, повторений нет, да? По-моему, нет. Так, вот теперь что дальше? 0, 2, 0 уже не стоит писать, правда? 0, 2, 0 уже было. 0, 2, 1 тоже не стоит. Что-что? Давайте 1, 0, 0. Нет, что-то давайте. Мне нужно писать, я иду по порядку. Смотрите, 0, 0, 0 не бывает, 0, 0, 1 написал, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 2. Теперь, по идее, должно быть 0, 2, 0, но 0, 2, 0 уже было. 0, 2, 1 было, 0, 2, 2 было. И теперь, что? 1, 0, 0. Вот-вот-вот, 1, 0, 0. Ребята, это же счастье. Это счастье, потому что, смотрите, у меня дальше не нужно ни за чем следить. Я просто пишу 1, 0, 1, 1, 0, 2, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, что там дальше, 2, 0, 1, 2, 1 и, наконец, 1, 2, 2. Какое счастье! Потому что мне как только единица пошла, то понятно, что она и до конца так пойдет. Для чистоты совести я, конечно, здесь напишу 2, 0, 0, собственно, все на 2 каждый раз умножаю. Это будет 2, 0, 2,
Но, в общем, уже ясно, что фактически я все сделал. Я уже все сделал. 1-1-1, это будет 2-2-2. Здесь будет у меня 2-2-1, правильно? Здесь у меня будет 2-1-0. Здесь 2-1-2. И, наконец, в конце 2-1-1. Замечательно. Замечательно. У меня немножко косо пошло, но это не важно. Господа, принципиально важно другое. Мне сейчас нужно заняться довольно неприятной работой. А именно, я должен сейчас вот весь этот столбец должен скопировать на сюда. И, соответственно, после этого пройти и проставить лёгочки. Если я был компьютер, то Ctrl-C, Ctrl-V – это операция такая, в общем, мгновенная, да? К сожалению, человек очень не приспособлен для такой операции. У меня предложение. Давайте я буду, конечно, копировать, но я буду копировать умно. То есть вот это вот 0,0,1 я запишу таким образом. Z равно 0. Понимаете идею, да? Это я пишу уравнение соответствующей прямой. Вот это как бы А, это Б, это С. Это уравнение будет Z равно 0. Вот здесь уравнение, это будет Y равно 0. Мне просто очень важно, чтобы вы это еще и понимали. Здесь у меня будет уравнение такое. Y плюс Z равно 0. Y плюс Z равно 0. Здесь, кстати, 2 – это то же самое, что минус 1. Поэтому здесь на самом деле уравнение будет такое. Y минус Z равно 0. Y минус Z равно 0. Здесь X равно 0. Здесь X, что там? X плюс Z равно 0. X плюс Z равно 0. Дальше X минус Z равно 0. Здесь X плюс Y равно 0. Здесь X плюс Y плюс Z. X плюс Y плюс Z равно 0. Здесь X плюс Y равно Z. X плюс Y равно Z. Потому что минус Z это переносится. Здесь X минус Y равно X равно Y. Здесь прямая X равно Y. Здесь X плюс Z равно Y. X плюс Z равно Y. И последнее. X равно Y плюс Z. X равно Y плюс Z. Господа, мне кажется, что теперь все понятно. Теперь надо ставить звездочки. Работа, с одной стороны, простая, с другой стороны, когда у меня получится эта таблица, то вы реально сможете проверить, что в ней нет этих самых четырехугольников. С прямоугольниками, точнее, со сторонами параллельными. Да? И, кстати, сколько будет на каждой прямой точек? Сколько здесь будет звездочек в каждом столбце? Четыре. Потому что всегда на прямой P плюс одна точка, у нас P равно 3, да? В каждом столбце и в каждой строчке будет 3 звездочки. Так, поехали. Z равно 0. Проходим и ставим все время звездочку. Здесь, здесь и здесь. Господа, проверяйте меня. Должно быть 4 штуки. Второй столбец. Y равно 0. Звездочка, звездочка. Ой, нет, стоп. Стоп. Я неправильно, я вот эту звездочку неправильно. Y равно 0, да? Звездочка, звездочка, звездочка.
так. Правильно? Замечательно. Y плюс Z равно нулю. Так, здесь Y плюс Z единица, единица, двойка. Y плюс Z, это здесь будет 3. Y плюс Z равно нулю. А вы пропустили. Где? Там где 2, 1, 0, 0. 1, 0, 0. Ух ты, 0 плюс 0 действительно. Да, так, и вот здесь. Так, 4 звездочки. Y минус Z. Проще говоря, Y равно Z. Вот это вот. Y минус Z, это что-то я странно написал. Здесь же на самом деле уравнение Y равно Z, правда? И здесь тоже X минус Z. Что-то я... X равно Z, так будет понятнее. Итак, где у нас Y равно Z? Здесь. 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 И здесь. Так, господа, 4. X равно нулю. Первые 4. Совершенно верно. Первые 4 штуки. Так, X плюс Z равно нулю. Это надо смотреть на первую и последнюю. На первую. Сумма X, Y и Z равна нулю. Вот здесь вот 1 плюс 2. X плюс Y равно Z. Вот третий строчек так. X плюс Y равно Z. В... Вот еще не вот в этой. Здесь, да? Нет. 1 плюс 0 равно единице. Вот здесь. Так, все. X равно Y. Ну это легко. X равно Y, это надо просто проверять, равны они действительно или не равны. Все. X плюс Z равно Y. Первое и третье в сумме должны дать второе. X плюс Z равно Y. Так, вот здесь. И последний столбец. Так, X плюс Z равно Y. Сейчас. Вот, X плюс Z равно Y. И все. Да, и все. И, наконец, последнее. X равно Y плюс Z. Вот здесь вот. X равно Y. 0 это 1 плюс 2. Так. X равно Y плюс Z вот здесь. X равно Y плюс Z это здесь. Вот здесь еще. Господа, проверяйте. У нас в каждой строчке 4 звездочки, в каждом столбце 4 звездочки. И попытайтесь, пожалуйста, найти хотя бы один прямоугольник со сторонами параллельными. Сможете или нет? Не сможете. Согласны? Если найдем. Ищите. Нет, если найдем, это будет означать, что мы ошиблись, что у нас какие-то там прямые пересеклись, а это невозможно на проективной плоскости. Это на проективной плоскости не бывает. Ну, господа, заметьте, что такую таблицу составить пусть невозможно. То есть, если не знать вот этот вот секрет с вот этими числами, то догадаться до такой таблицы... Итак, мы поняли, что для любого простого числа p существует проективная плоскость, в которой p квадрат плюс p плюс одна точка. У нее ровно столько же прямых, сколько и точек. На каждой прямой лежит p плюс одна точка. И, соответственно, через каждую точку проходит p плюс одна прямая. Это мы действительно поняли вот такую табличку для чистой совести. А давайте все-таки докажем, что больше, чем 4 умножить на 13, звездочек здесь не бывает. А здесь не бывает звездочек больше, чем 3 умножить на 7. Разумеется, это лучше делать в общем виде. Значит, как будет звучать теорема в общем виде? Если есть таблица, в которой p квадрат плюс p плюс 1 столбец, и
P квадрат плюс P, что там, плюс одна строчка, да? И нет ни одного прямоугольника, то тогда количество звездочек не больше, чем P плюс 1 умножить. Согласны? Замечательно. Так давайте теорему докажем. Теорема. Количество звездочек максимально. Больше звездочек не бывает. Обозначение P квадрат плюс P плюс 1. Количество звездочек в первой строке я обозначу x1. Количество второй, x2 и так далее, и так далее. То есть у меня всего n строчек, в каждой из них там некоторое количество звездочек. Эту сумму я обозначаю каким-то числом, не знаю, количество звездочек, z. Z, количество звездочек. Моя цель доказать, что z не превосходит p плюс 1 умножить на n. Так вот, на самом деле доказательство практически такое, которое у нас уже звучало. Когда я обсуждал с вами граф без четырехугольников, то мы там, помните, как говорили, что вот когда из вершины выходит несколько ребер, то вот эти вот две точки будем называть, точнее пару этих точек, будем называть связанные с этой точкой. И говорили, что, собственно говоря, четырехугольник – это когда у вас некоторая пара точек связана не только с одной, но и с какой-нибудь другой. Замечательно. Как это превратить в строгое неравенство? Это очень просто. Вот у вас есть, смотрите, у вас есть первая строка. В ней x первая звездочка. Вот где-то там стоят звездочки. Господа, понятно ли вам, что вот этот столбец и вот этот столбец разумно назвать столбцами, связанными при помощи первой строчки? Понятно, что если здесь возникнут две звездочки, то это будет уже тот самый четырехугольник, да? Ну, как со сторонами параллельными, прямоугольник со сторонами параллельными, да? Который нам запрещен. Значит, количество пар столбцов, связанных при помощи первой строки, проще говоря, число сочетаний из x1 по 2, плюс количество связанных при помощи второго, плюс и так далее, и так далее, плюс количество связанных при помощи n-ного не может быть больше, чем число сочетаний из n по 2. Пожалуйста, попытайтесь понять, что я здесь написал. Значит, итак, у меня первая строка дает некоторое количество связанных пар столбцов, правильно? Это называется число сочетаний из x1 по 2. Ну, на всякий случай, кто привык к другим обозначениям, это x1 умножить на x1 минус 1 пополам. Вот столько можно взять пар, когда у вас множество, в котором x1 элемент. Ну, точно так же, x2 умножить на x2 минус 1 пополам, и так далее, и так далее. Точно так же, xn умножить на xn минус 1 пополам. Но если у нас всего столбцов n штук, то пар на них n умножить на n минус 1 пополам. Ну вот, умножаем все на двойку. И отдельно записывая квадраты, отдельно сами числа, получаем такую вещь, что x1 квадрат плюс x2 квадрат плюс и так далее, плюс xn квадрат минус сумма наших иксов. А сумма иксов, кстати, мы помним, чему равна, это у нас лапта z. Так вот, это не больше, чем n квадрат минус n. Отлично. Давайте я на эту доску перейду. Значит, неравенство получилось у нас очень понятное. Неравенство получилось у нас очень понятное. Сумма квадратов не превосходит
n квадрат минус n плюс z. Господа, ровно таким же способом, как мы с вами обсуждали, когда была задача про графы без четырехугольников, объясняю, что сумма квадратов n чисел принимает свое наименьшее значение, когда все эти числа равны. Ну, даже можно и без всяких неравенств. Просто, господа, когда у вас есть два квадратика, то если вы возьмете в середине вот этого отрезка и построите два квадрата вот таких, то несложно понять, что сумма площадей вот этих вот двух квадратов меньше, чем сумма этих. Ну, просто можете диаметрично посмотреть, можете неравенство. В общем, как хотите, я сейчас не буду это делать. Я сделаю так, я напишу, что здесь у меня n умножить на z разделить на n. Это вот если все числа одинаковые. Не может быть больше, чем n квадрат минус n плюс z. Так, отлично. Значит, n делить на n квадрат, это будет просто деление на n. Значит, z квадрат не больше, чем n куб минус n квадрат плюс n z. Отлично, переносим все в одну часть. Z квадрат минус n z минус n куб минус n квадрат меньше или равно нуля. Вспоминая, что мы знаем о квадратном уравнении, пишем неравенство. Z не больше, чем наибольший корень этого квадратного уравнения. Что, что это такое? Это n плюс корень из n квадрат плюс 4n куб так, минус, минус 4n квадрат. Z не больше, чем n плюс n умножить на что? На 4n минус 3. И все это разделить пополам. 4n минус 3. Давайте считать. 4n минус 3. Это 4p квадрат плюс 4p плюс 4 минус 3. Ребята, это же счастье. Это же 2p плюс 1 в квадрате. Это же 2p плюс 1 в квадрате. Корень из этого извлечь будет 2p плюс 1. Поэтому у меня будет n 1 плюс 2p плюс 1 пополам. Сколько будет 1 плюс 2p плюс 1 пополам? P плюс 1. Будет p плюс 1. Значит, я доказал, что z не больше, чем n умножить на p плюс 1. Z не больше, чем n умножить на p плюс 1. А это и есть то, что нужно было. Все? Все. У нас времени осталось всего 5 минут. Это на самом деле грустно, да, потому что я хотел подробно объяснять о связи этого с конечными полями. Видно сейчас, что уже не получается, поэтому давайте я просто в качестве факта скажу вот что. Неправда, что конечные поля – это только поля вычетов по простому модулю. На самом деле, оказывается, что конечные поля можно в точности все описать. Оказывается, что для любого натурального числа k и для любого простого числа p существует и единственное с точностью до нумерации элементов, то есть по сути единственное, конечное поле. Его в честь замечательного французского математика Блуа называют GF от первой степени K. G – это первая буква слова Блуа, это первая буква слова поле. Поле – это, по
английское слово. Да? В математике оно означает вовсе не то, что в сельском хозяйстве. В математике это множество, в котором элементы можно складывать, можно вычитать, можно умножать. И на любой элемент, кроме нуля, можно делить. Но при этом выполняются естественные правила, вроде а плюс b умножить на c, это ac плюс bc и так далее. Так вот, жалко, что я это не успел сегодня. Оказывается, что для любого, повторяю, простого числа и для любого натурального числа k существует единственное поле, в котором p в степени k элементов, и, разумеется, для каждого такого поля существует соответствующая проективная плоскость. То есть я вам объяснял, как это делать, когда p равно 3, и когда p равно 2, а k равно 1. На самом деле я ничем не пользовался, кроме тем, что вот эти числа образуют поле. То есть мне нужно было там складывать, умножать, делить, ничего. И поэтому в качестве простого числа на самом деле могла выступать и степень простого числа. Количество точек в такой плоскости, это, разумеется, p в степени k в квадрате плюс p в степени k плюс 1. На самом деле, теория проективных плоскостей только начинается с того, что я сегодня рассказал. Потому что, ну, такое немножко боковое, то есть, вернее, как, специалисты по комбинаторике скажут, что интереснее этого ничего и не бывает, но вот с позиции нормального математика, боковой уход – это рассуждение о том, а бывают ли плоскости не над полями, то есть бывают ли комбинаторные структуры, которые такие же фактически, как проективная плоскость, но, нет, но это не проективная плоскость. Да? Вот. А намного интереснее и действительно необходимо для любого, кто занимается математикой, это понимание того, а что такое проективная плоскость над полем вещественных чисел. Оно уже бесконечное. Там уже точки – это x, y, z, где x, y, z – это любые вещественные числа. И это страшно интересно. Что такое всякие проективные преобразования и так далее, и так далее. Все это было мощно придумано в математике где-то вот в начале 19 века. И после этого развивалось. Без проективной геометрии обычная геометрия уже абсолютно невозможна. Скажем, что такое двойное отношение, ну, это вещь абсолютно необходимая и так далее. Что такое проективное преобразование, это тоже абсолютно необходимая вещь. В общем, господа, мы сегодня начали, что называется, про вот эти вот конечные проективные плоскости, а на самом деле наука, она, в общем, большая.